Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом обзоре мы рассмотрим барбуса вишневого. Вишневый барбус за счет своего необычного внешнего окраса частый гость в аквариумах любителей. К тому же рыбки совсем неприхотливы. В естественной среде барбусы вишневые обитают в водоемах Колумбии, Мексики и Шри-Ланки. Максимальные размеры этих стайных рыб около 5 см. Объем аквариума на 5-7 этих рыб от 50 литров. Но чем больше аквариум, тем лучше. Очень важно посадить растения. Они будут служить красивым укрытием для этих пугливых рыб. Температура воды 23-27 градусов. PH от 6 до 8. Жесткость может колебаться. Совместимость. Компаньонами для вишневого барбуса могут стать другие безобидные рыбки: неоны, данио, рерио, коридоросы и другие. А вот с агрессивными соседями содержать вишневого барбуса нельзя, как и с любыми крупными рыбками. Кормление. Барбусы вишневые, как и другие любые барбусы, всеядны. Прекрасно поедают сухие, растительные, живые и замороженные корма. Даже некоторые виды водорослей барбусом вишневым по зубам. Разведение. Для разведения барбусов вишневых вам понадобятся небольшие аквариумы 10-15 литров. Обязательно нужны растения и сепараторная сетка на дне аквариума. Температура воды 26-28 градусов. За нерест самка может выметать около 200 икринок. За 2 недели до нереста самку и самца обильно кормят и держат отдельно, после чего помещают в аквариум. После нереста производителей отсаживают. Инкубационный период примерно сутки. Через 2-3 дня появляется и плывет малек. Вскармливают мальков живой пылью, инфузориями, науприями и артемией. На этом и все, что я вам хотел сегодня сказать про этих замечательных рыб. Обязательно ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.